Уже традиционная акция от депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова, приуроченная к Международному дню защиты детей, в этом году оказалась особенно актуальной. В Одесской областной детской больнице представители партии «Неравнодушные одесситы» сдавали кровь. Из-за противоэпидемических мероприятий количество желающих стать донорами сильно уменьшилось. Медучреждения с марта остро нуждаются в помощи доноров. Лишь в последние дни активность немного улучшилась. Украинская морская партия Сергея Кивалова всегда подключается с большим удовольствием к данному мероприятию. Фракция знает, что мы каждый год осуществляем данное мероприятие. И в целом в медицине мы работаем и в клинике юридической академии, и создаем иммунные паспорта. И в целом к медицинскому здоровью населения и Одессы мы подключаемся всегда охотно и с большим энтузиазмом. В отделении переливания крови такой инициативе были очень рады. Дети должны всегда чувствовать защиту и поддержку взрослых. В этом году, как никогда, донорская кровь нужна, потому что из-за противокарантинных определенных мер, которые сегодня принимаются, доноры некоторые отказываются сдавать кровь, они боятся там за свое здоровье, это понятно. Поэтому сложился очень большой дефицит и нехватка донорской крови. В настоящее время в связи с карантином мы ощутили очень большую нехватку донорской крови. Поэтому на сегодняшний день вот такие вот акции очень для нас важны. А еще очень радует, потому что вот это вот депутаты, это неоднократная акция. И мне очень приятно, что из года в год они приходят, сдают кровь и помогают нашей больнице. Напомню, накануне студенты Одесской академии Международного гуманитарного университета также инициировали акцию по сдаче донорской крови. В то же время продолжается реализация социального проекта Украинской морской партии по формированию иммунных паспортов одесситов. Каждый желающий может бесплатно сдать тест на выявление антител к коронавирусу на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра защиты от пандемии COVID-19.